все. Камеру не взяла? Нет. Смотри. Петра Каменец греческого. И куда вломался туда? Народ. Арабийцы — это чисто арабский народ, которые приехали с Аравийский полуостров, именно с южного Йемена. Выбрали юг Иордания, есть главные три причины. Первая — торговля вуд, которые возили товары с Африки в Европу через Азию, рядом с город Петре. Вторая причина — то, что было в те времена много воды и, естественно, мягкий климат. А третья причина — то, что город Петра укреплен высокими горами. В общем, дорогие друзья, на Батице первые 300 лет занимались торговлей. То, что они приехали с 6 века до нашей эры, и предполагают археологи, первые 300 лет занимались именно сельское хозяйство. Жили в палатках и занимались сельское хозяйство рядом с городом. Торговли будут на Батице, на их территориях, и с этой каравани получили налог. И тогда на Батице разбогатели, и после этого возникла мысль у римлян, которые хотели иметь этот город. Приехали римляне до города Петра в начале 2 века нашей эры, но не могли войти в город, и то, что город укреплен высокими горами. То есть защищен как крепость. Сделали осаду полгода, и, конечно, закрыли каналы, которые обеспечивали город водой. И после того, как закончились резервуары внутри в городе, Петра сдалась. Это было в 106 году нашей эры. И тогда жили на Батице под руководством римлян. Римская империя. Хотя пророк Моисей здесь абсолютно ни при чем. С этого взялось название Долина Моисей. Вади Муса, откуда течет вода, назвали Долина Моисей. Вади Муса.
в центр города. Здесь банк, интернет, магазин, а если вас не уже, а банк или скан? Я фангану, фангану арабе. А банк или скан, вон он. Везде пописано. Здесь просто привыкший постоянно водить. Ослики пришли с осликами на машинах. Центральная улица.